Всем привет! Сегодня второй день рыбалки. Ну, можно сказать так, третий, конечно, но полноценный второй. Вот, ребята уже там готовятся. Не стали мы сегодня рано вставать, ветер был сильный с утра. Вот, сейчас поедем искать судака. Вот Олег. Вот. Так что так вот. Ну да, лодок нету. Вот-то. Лодки уже уехали на рыбалку. Так, Саша тут готовит все. Все положим. Все готово. Приманочка моя крутая. Надеюсь, на ней сегодня клюнет. А вот и котел астраханский. Давно я такого не видел. Блин, вообще чайка, смотри, как бьет. Не знаю, вот Олег Александрович нас сюда этот, постановку нам сделает, чтобы мы окунька половили. А может, там и жерешок ездит, потому что там реально малька много. Это окунь видно. Вон, видно, вон, видите. Он вообще меленький, я сейчас первого заброса. Ага. Ага. Он вот прям здесь ну, рядом. Есть, смотри, вот. Есть. Слушай, ну такого же можно, мне кажется, пожарить, да? Да, да, конечно. Давай, Серег, тут будет человек как на черных камнях. Но нет. Серег, открой, пожалуйста. Опа. Водичку надо. Ага. Я понял, как надо чуть побыстрее. А я смотрю, что-то не клев, нет поклевок. Я думаю, блин. Идем, отпускаем. Я отпускаю. А? Я отпускаю. Побольше. Ну да, да, маленького такого. О, как я его подманил. Вот это же получше, блин. А не, все равно маленький. Я понял, как его ловить, да. О, блин, как он берет хорошо. Блин. О, вот этого возьмем. Немножечко пожарить. Ну где он? Везде. Он везде, блин. Сань, на фото. Ух ты, блин. Че прям там? Вот это нормалек, блин. Это нормалек, блин. А, я его забагрил, блин. Я люблю багрить, парни. Вон он какого малька бьет. Мелкого? Сейчас покажу. Выпал у него из-за. Ага. Блин, надо взять еще руки-то, блин. Вот. Ага.
Смотри, как, что это вообще за малек? Вот такой, если вот такой. Это же селедки, да? Если вот такой поставить. Вот такой есть. Да. То будет плевать. Ищем, ищем судака. Да, двигаемся. Штормит немножко в волна, но думаю, нам, конечно, это не мешает искать его. У тебя же рабочая вот эта резина, да? У меня? Да. Да. Сидит? Да? Вроде да. Погоди. Вот. Ну все. Красавчик. Белки, да? Да. Вот так вот. Такую резину, да. Помельче будет клевать. Наверное, на руке хорошо. Я, может, даже и покрывку твою достану. Сидит? Здесь печка сильная, да. Малыши. Не, у нас, наверное, такие огромные приманки, но малыши такие не будут. Да это вообще просто. Даже не берешь. Ничего себе за то. Я-то зацепил свой спиннинг, а ребята ловят. Выкачиваем. Ого! Тихо, Олег, тихо, там пятнашка, да? Тихо. Полтинчик. О, шо. Уже чуть-чуть поинтереснее. Но не намного. Что, опять отвалился? Не можем, слушай. Деревья, да?
ты сколько поставил, Олег? Прямо здесь подлог, скорее. 28. Да-да-да, они у нас прямо из-под этой. Надо раньше вот выматывать. Взял судачка. Есть? Да. Так, Олег тоже тащит что-то. Че, Серёжка, помочь? Ну, возьмешь его. Спасибо. Ну что, вот этого мы отпустим. Да, здесь. Блин, сошел, а. Поклевка была хорошая. Или подсек. Но не засек. Сообразил подсечь, клюнул хорошо. Тр-тр-тр-тр-тр, блин. Я уж подсек так жестко, блин, и ни хрена, блин. Тр-тр, опа, еще раз, блин. Че он мажет-то, а? Прям кончик, блин, кончик. Не-не, поклевки. Ну просто тут жесткий кончик, поклевки такие. Вот, вот если бы фаворит был, там бы я. Не, у меня еще полез. Ага. Можно, кстати, тут фаворит поставить. Более такой тонкий. И груз, ну, у меня. Херачит там на полную подушку. 30-30 граммчиков. Вон он стаскивает за хвост, блин. Вот резину подобрал. Ну вот, нашли рыбу. Так она выглядит. Даунскан. Да, будем ловить сейчас. Это серьезно. Там туча. Все, наша рыбалка завершилась на сегодня. Поймали судаков, окуней. Вот, поем кушать сейчас домой. Вот эту приманку я разловил. Это Роман мне дал с магазина перекат. Вот, это вот работает. Дальше будем тестировать.